12 июня молодая гвардия города Екатеринбурга вывесила баннер длиной 18 метров «Добро пожаловать в город храбрых». Это название является альтернативным названием нашего города. И именно поэтому мы в День России решили поздравить всех наших горожан. Сегодня очень важный праздник для нашей страны, День России. И от всей души поздравляю всех с этим замечательным днем. Желаю нашей стране процветания. Я думаю, что всем туристам, всем гостям нашего города будет крайне интересно узнать, как мы его называем в неофициальном формате. Всех с праздником! Городом Партизанск назывался город Дятьково, так назывался город и год Великой Отечественной войны.